Звени звонок. Звени, звени. Для выпускников лицея номер 10 прозвучал последний звонок. Уроки для них закончены, впереди экзамены. Егор Чебиряев усиленно готовится к ЕГЭ, сдает географию и обществознание. Прощание со школьной порой – особое мгновение. Оно стоит того, чтобы забыть об экзаменах хотя бы на день. И для нас всех это очень знаменательный день. Всем очень грустно сегодня прощаться с учителями, с родным лицеем. Мы понимаем, что прощаемся навсегда, и для всех это очень трогательный момент, потому что последний звонок – это всегда очень важно. Выпускников поздравила дирекция школы, родители, спортсмены футбольного клуба «Химки» и глава городского округа Дмитрий Волошин. Я очень надеюсь, что мы будем продолжать выпускать высококвалифицированных специалистов. И по окончании высших учебных заведений мы вас всех ждем в наших предприятиях в качестве специалистов. Вы можете рассчитывать на трудоустройство в городе. Приятные слова и слезы радости. Сегодня последний звонок прозвучал для всех выпускников химкинских школ. В этом году их 1120 человек.